Народ, привет! Привет! Привет, друзья! Вот мы выехали из Найроби и направляемся на большое сафари в Амбасели парк. И будем жить в кемпе среди саванны, среди животных, диких животных. Все покажем, все расскажем. Сейчас покажем нашу маршруточку. Мы здесь только вдвоем. Вот, едем мы от этой фирмы, Австрал.ком. Это не реклама пока. Пока не реклама. Мы не знаем. А так, сейчас открывать это? Да, сейчас покажем, сколько у нас вещей. Короче, здесь наши чемоданчики, что мы уже выехали. Вот чемоданчики. Сейчас покажем просто, как она забита нашими вещами. Вот тоже здесь открывается крыша, как на сафари мы показывали Найроби National Park. Уже наши рюкзачки здесь лежат. Водичка у нас включена по 1,5 литра в день. Голова аккуратно. Всегда аккуратно по голову. Я всегда говорю. Пледики. Да. Помните, было холодно. Смотрите, сколько здесь вода от фирмы. Наш плед, наша бананка. Вот эта вот сумка от нашего пледа. Куча воды мы сами тоже взяли. Смотрите, просто много воды. Но вот такая небольшая маршрутка. И мой чемоданчик уже так немножко раком стоит. Не, не думаю, что не упадет вот Наташа там. Все, народ, поедем, доедем до Амбасели, включимся. До Амбасели 4 часа от Найроби. Едем мы уже где-то так. А едем мы уже, половину уже проехали, остановились вот. Помыть руки, сходить в туалет. Так что все, включаемся в Амбасели. Ну, до Амбасели еще мы остановились. Смотрите, тут такой маленький уголочек, где можно попить кофе тоже. Сходить в туалет, попить водички. Hello. Jumbo. Jumbo, how are you? Still alive, thank you. Говорю, все еще жива, спасибо. Это мой любимый ответ на how are you, говорю, still alive. Hi, how are you? Straight bus. А, вот смотри, здесь, наверное, готовят еду или что-то такое, прикольно. Идем, где кофе? Понятно, чего. А тут вообще красота, смотрите, сувениры всякие. А, понятно, сувениры, да? Но мы рассмотреть не будем, нам бы попить водички, покушать. Да, идем. Ну, ты хочешь сувенир посмотреть сейчас? Мы посидим, покушаем. Так, а где посидим? Там? Ну, сиди. Ну, подожди, наш водитель пошел туда, что мы здесь будем сидеть? Не, а давай спустим. А он нам сюда показал идти? А? Не, спасибо. А do you have coffee? Yes, do you have? А normal coffee or instant? Ну, instant тоже, ну, можно попробовать. Давай, растворим и кофе. Кофе? Кофе. Ой, прям на нас всех налетели, мы здесь одни такие беленькие туристы. Сейчас нам, короче, трындец придет. Народ, ставьте лайки, пожалуйста. Конечно, много здесь людей. Красивые сувениры, но мы это все точно увидим еще много-много раз. Hello. How are you today? Still alive. Ну почему всем нужно знать, как я сегодня? Почему никто про завтра не интересуется? Кофе 200, чай 200. Ну давай кофе. А я чаек хочу. Давай чаек. А плиз ван ти, ван кофе. Ну, 200 это больше доллара, это прилично. Это растворимо. Ну, мы же с собой ничего не взяли, поэтому у нас есть только бутерброды, а хочется выпить кофе, просто посидеть так. И уже потом 2 часа до Амбасели еще. Так что сейчас покушаем. А что по ценам или ты так не успел посмотреть? Где? Ну, вот же, сувенир. Ты меня веселишь просто. По ценам, думаешь, там цены написаны? Что по ценам? Ну, ты помнишь, как мы остановились, когда в Найваш уехали? Что по ценам? По ценам, скажем так, 100 долларов, 200 долларов, миллион долларов. Потому что мы туристы. А жирафка красивая. Помните, я историю рассказывала, как один человек хотел ее... No, we are Ukraine. Ukraine. Yes. Very good. Ну да, ну. Ukraine. Чувак задумался такой. На чьей стороне, да? Ukraine. Вот, так про жирафку историю. Помните, как человек двухметрового жирафа хотел в самолет? Ну, вообще, конечно, это мозг нужно иметь. Ну ты же не заплатил за такое сильно. Ну это вот 2 метра, да, слушай, да. Ох, Наталья, что-то вы нашли. Вон девочка посмеялась. Safety place. Sacrifice place. Я тоже хочу такого жирафа. How much is it? How much is this? Сколько жираф стоит? Big one. $12,000. $12,000. 12 тысяч долларов. А здесь из эбонит? А, это эбонит. А, понятно. Вот с эбонита $12,000, народ, пожалуйста. Вот масайчики. Кстати, у нас есть похожая картина с Таиланда. Ой, с Таиланда, господи, с Занзибара. А вот большая пятерка, которую нужно увидеть. Слон, буйвол, леопард, носорог и лев.
Но нам с вами осталось только слон и леопард. Но эти кошки такие быстрые. Так, ну так, у тебя деньги есть? Ой, такие я видела, продаются. Это кофе. Кофе, чаек. Сейчас посмотрим. Ну, у меня тоже есть, как бы, но я не хочу в пояс лезть. Там все деньги. Я как-то сложила неудачно. Надо же деньги потихоньку раскладывать, правильно? В карманчик, в другой карманчик, а у меня в поясе. Если сейчас что-то у меня украдут, то это будет все как бы. О, вот это подешевле жирафка, я думаю. Вот. А, это members only, понятно. Это только для персонала, как наш гид. Прикольно. Вот у кого-то такой внедорожничек, у нас попроще. Наш беленький там стоит. Ну, вот сейчас попьем кофеек. И поедем уже в Амбасели, это кемп, он находится посреди саванны, называется наш, по-моему, Амбасели Центрим Кемп. Не-не, no sugar, thank you. Все, вот девочка нам сделала. А ты денежку нашла-то? Я уже отдала. Все, уже отдала, отлично. Кенян кофе, Кенян стан кофе. Сейчас попробуем, кстати. Иногда я же часто в школу, кстати, беру. А этот похож как на арабский. А, похож на арабский чайничек. Аладдин, here is Аладдин. Сейчас джина выпустим. Даша бананчик кушает. Вот я специально так кушаю. Да, кстати, кофе вкусный. Попробуй, Наташа. А, понял, бананчик. Если я еще как растворимый кофе пью, Наташа вообще его так, ну, не жалует. Значит, Наташа сказала, что задумывается, такой жираф хорошо бы смотрелся в квартире. Нет, я не задумываю, я просто понимаю человека, который пёр отсюда жирафа. Ну, просто отсюда, не отсюда. Понимаешь, да? Это классно. Это хочется, чтобы было в доме. Понятно, что когда... Можно его курточку повесить? Нет, ну он явно, что больше, по-моему, в нашей квартиры в стандартный он не войдет. А мне яркие картины нравятся, я не знаю почему. Хотя вот жираф и скрещенный тоже ничего. Я не про картины говорю, я про жираф. Мне просто такой, как вот сувенир привезти, чтобы... Ну, это вот вешалка прикольная. Только почему здесь нет зебры и жирафа? Мне они очень нравятся. Ну, такие милые животные. Это красота. Это... А, да? А я думала, смотри, можно за рог зацепить, за буйвола и за носорога. Не сомневаюсь, чтобы ты повесил. Так, я... Давай, ну, Наташин выбор кофе. А сколько его она насыпала? Мы же не бачили. Ну, я не знаю, сколько. Насыпала? Я не думаю, что она прям столько насыпала. Ну, совершенно приятно. Очень приятно. Сейчас посмотрим. Да. Если, кстати, живот болеть не будет, можно домой ты себе купить. Ты нормально берешь? Потому что вот то, что, извиняюсь, ты пьешь Давидов и вот эти Нескафе, это я гадость. Пишу по акциям, покупаю, ну, это просто гад... и все. Ну, простите, а это для вот этой растворимого кофе? Показывай, что мы... Кушаем бутербродики нам сделали с тобой. Что нам, да. И я. Наша... Сырочек, колбаска, намазка. Милейшая, гостеприимная. Все есть, все очень вкусно. Да. Распаковочку уже почти показала. Что я заметила? Вчера я попробовала, ну, тоже нарезку вот эту вот, как ее называют? Турки, я ее опять турки. Индюшку. В Эмиратах, в Кении какие-то продукты. Ну, вкус вкуснее это, просто. Это просто что-то потрясающее. Как бы я была не в многих странах, а ну, 20 с чем-то, да? Но что природа, что еда, просто классно. Так, значит так, ем. А сегодня у нас колбаска же. То есть не показывала. Да. Как ее? Мартаделла? Мартаделла а-ля докторская. Напоминает докторская, да. Мы зашли вчера и купили. Это свиная колбаска, потрясающая. Все, включимся, надеюсь, уже в Амбасели. Это вам все обещаю, Амбасели обещаю. А Наташа чаек будет показывать. Растворимый чаек. Растворимый чаек. Это ты сказала. Растворимый был, когда мы показывали бюджетный сувенир, кстати. Отлично, что такой мягкий. Да. Что за фирмочка? Давайте сейчас посмотрим. Нам другую рекомендовали. Не знаю, Прайд какой-то. А вот. Кения Прайд. Ну вот Наталья рекомендует вам. Нормально. Отлично. Если кто нормально воспринимает. О, папайя. О, пацаны, сейчас будет папайю снимать. Сейчас дерево купят. А, показывает. Просто... Ну, наверное, тоже показывает. А, показывает папайю, авокадо туристам показывает. О, молодец, что молодец, есть? Мальчик, показывает. Показываем, где Украина на карте. А? Парень из Алжира. Хозяин магазина. Из Беларуси или Украины? No, it's another country. And Kiev? Yes, it's capital. Мордовия? Мордовия? No, it's another country. Another country. В общем, учим географию с товарищем. Yes, but it's wrong name.
It's like Russian style. It's not Ukraine style. Да, not Ukraine style. No. Ukraine style is like what? And it's written like what? It's the biggest country in Europe. А как пишется правильно Киев на этом? А можно Киев? Да. Из Киев. Наташа заметила, что на карте Киев неправильно написан. Из Киев. Сейчас будем исправлять. И ай. И с точкой. Ай. Нет, все правильно было. Игрек, ай, в. This is why. Yes, this is why. Y, I, V. K-Y-I-V. Вот так вот. K-Y-I-V. Сейчас на карте все исправим. Ставьте лайки. Но тут, наверное, только вот такая вот музыка должна играть. Да. Киев, capital of Ukraine. Киев – это столица Украины. Киев. Киев. Киев, great. Киев. Киев. So, not K-Hey. No. Киев. Киев, capital of great people. Capital city of Ukraine. Вот, уже доехали до парка. Ну, на самом деле, думаю, мы сейчас поселимся в отеле. Он там. Наш отель там. Водитель вышел зарегистрировать билеты. Уже видим красивые симпатичные бусики. Где-то обезьянка бегала, а вон она сидит. Ай, смотрите. Там две. Одна за вот. Вон обезьянка. Одна гуляет, одна на мусорнике. Одна на мусорнике. А, смотрите, нам такое так приятно, что наша программа здесь вся. Мы и так ее знаем. И на нашей прекрасной мове гарної подорожі, а на суахілі сафарі нзурі. Так что мы надеемся, что такие прекрасная подорож будет. Сейчас будем показывать, наверное, вам наш отель. Друзья мои, уже едем к отелю. Дорога, конечно, здесь очень жестокая. Мы подпрыгиваем. Водитель уже в стекло прилетело и даже трещина есть. Он бедный, ему жарко, он все время. Вот, красота такая. Смотрите. Мокрым полотенцем вытирается. Я еще не знаю, пошла. Могу вам увеличить. С утра мы мерзли, да? Укутывались в пледы, а сейчас просто жара, уже пот течет. Уже а здесь саванна, друзья мои. Мы в саванне. Будем жить и ночевать. Ох, елки, как подлетаем. Ой, вот нас высадили. Прикольные дорожки. Уже обезьян видели здесь бегающих. Тут о, прохладненько. Тут хорошо. Фу. Столько вещей просто еле несу. Вот нас встречают уже. Идем на рецепцию. Вот, в центре Амбасели. Привет. О, ананасик. Джамбо. Джамбо. О, ананасик. Mm-hmm. Все, друзья мои, мы за с вами. Вас. О. Освежает. Посмотрите, у нас вещей сколько. У меня не видно, да? И у Наташи сколько. Это пледики, вода. Турбешницы. Да, вот еще вот бананка, в которой еда. Обычно Наташин рюкзак, у меня ноутбук и рюкзак. Ой, шикарно. Наташ, можешь взять, пожалуйста, я там пока показываю все. Может, это не ананасик, но очень похоже, как понимаешь. Ну, а с другой стороны, чудо. Мы, кстати, еще не уверены, что у нас туалет будет, потому что где-то писалось, что туалета нет, но отзывы приличные про этот вот кемпинг. Это называется не отель, а кемпинг. Да, вот наши стоят мальчики с нашими... Джамбо! Все, мы подходим, сейчас оформим все. Number 4, welcome to Centrum Amboseli. Thank you. Lunch is ready now. Lunch is ready. So we can put our bag and go for lunch. Yes. Where is lunch? Until 3 p.m. Until 3. А, нормально. Yes. Сейчас 2 часа. А, сейчас. Без 22. Dinner 7 to 8. О, Wi-Fi паспорт. О, Wi-Fi паспорт. И нас угостили пинеком. Класс. Dinner is from 7 to 9. Все, нам сказали, что электричество 24 часа в сутки иногда сбивается. То есть вот проблемы с электричеством могут быть. Нас ребята сейчас довезут. Пройдемся с вами. Ходить можно одному, потому что в каких-то отелях нельзя ходить одному. Опасно, нужно звать рейнджера, даже чтобы вас довели до того же завтрака или обеда. А у нас есть пару часов на отдых, на покушать. И в 4 часа мы уже с вами поедем на первое сафари. Классно, если будет возможность увидеть Килиманджаро. Вот именно с парка Амбасели. Можно увидеть Килиманджаро, но оно может быть закрыто. Так? А, ресторан, говорят, там где-то. Ага, все, поняли. Ага, straight and right.
Ну, если что, на рецепции спросим, боже, ничего страшного, такие домики здесь симпатичные. Знаете, очень стрёмно, кстати, оставлять открытыми окна или двери, потому что что может быть? Обезьянка зайдет, все ваши вещи покидает, перелопатит и будет веселиться. И хорошо еще, если оставит в покое. А то может действительно как бы и телефон, и кошелек пропасть. Какие дорожки здесь. Классно, молодец, Наташ. Да? Да, Наташа ищет денежки, чтобы ребятам дать какие-то. Просто у меня очень далеко, я уже запсотила свою сумочку с деньгами. Давай, иди вперед. Либо одна такая, каждому по 100, нет? По 50, дай каждому. Да. Нормально. Ух, звуки слышите? Мы в настоящей саванне. Живем мы в пустыне, родились в Европе, а приехали в саванну. Это вообще просто такой вот красивый взрыв мозга. Чудеса дают, Оль. Ага, надо запоминать дорожку, как идти. Но, в принципе, я думаю, что... Ну, три, смотри, у нас, наверное, 4. Вот, вот номер 3. А вон на этих. Это вот номер 3. О, так это у нас такой домик будет? Ну, вот он, наш домик, я думаю. Вот ты правильно сказала, это 4. Вот ребята сюда и заворачивают. Даже не знаю, как вам номер снять. Придется все вещи оставлять. О, у нас прямо это оставлять здесь, снаружи, чтобы вам нормальный номер показать. Ну, да. А что обезьянка-то не спионерила? Потому что мы только заехали, они гоняют по территории уже. Их-то никто не остановит. Хорошо, сейчас будем заходить и показывать. Смотрите, как палатка, да, сделана. Сейчас я вам отдарю чуть-чуть. Спасибо. Асанте-сана. Можно? Это лайт, но... Ух ты. Так, вот что-то у нас здесь. Ага, для сумочек, для вешалочек. Сразу могу поставить здесь. О, наверное, просто все кину. Ух ты. Что-то такое прям необычное, прикольное. You can leave it here. Thank you, Наташа. Дашь денежку ребятам? О, кроватки уже готовы. Сейчас я просто кину на пол. И вам буду снимать. Все нормально? Да. Вот это все. Так, thank you. Thank you, guys. Thank you. We must close the door. Yes? Monkey, yes? Yeah, monkey. Дали ребятам по полдоллара, так у нас такой особо мелочи нету. Вот, смотрите. Сеточки. It's open? Тут еще выход есть. Я так думаю, это как вторая дверь. Помните, в американских фильмах? Вторая дверь, чтобы можно было выйти. Вот стульчики. Вот так вот это вот две кровати. Это реально палатка. Так, все показали, что балкон? За ключ. А, это вот эта вот дверь вот. А вот, это с 1 евро. Да, парень хочет поменять 1 евро. А сколько это стоит? Я не знаю, сколько... We don't know how much is it. А how much курс now? 150. 150? Yeah. А у меня сток только. We have only one. 100, I have only 100. No problem. You can give me. Yes, really? Yeah. Yeah. Because this one, no using. Видите, мальчику дали чаевые, а он не может их поменять. Смотрите, как классно здесь. Значит, все есть, душ есть, а мы думали, что здесь не будет туалета. Но он есть, слава богу. Ну, на улице думаешь. Боже, даже такие штучки есть. Ну, отзывов такой не читали. Ну, то есть, удобно, можно не везти с собой. Но мы, конечно, взяли гель. Это я. У меня лицо уже обгорело чуток. О, даже освежитель есть, бумажка туалетная. Мусорка все есть. Ну, кран нормально, вода же работает. Прекрасненько работает. О, здесь прям такой кабинет рабочий. О, а this is free? О, спасибо. Это вот такой комплимент от отеля. Библия на английском, очень приятно. Можно делать чай, кофеек. Классно вообще. Yeah. Наши чемоданы стоят. И вот наша дверь. А, балкон еще. The balcony, да? Да-да-да, сейчас он еще покажет. Сейчас. Я тут слушай, может еще немножко копеечки. Ну дай ему все копеечки. Зачем? Думаешь? Куда мы их потратим? Да, хорошие мальчики. Сейчас, wait, please, wait. О, вот он балкон. Wait, please. Вот и балкон. Ну, это сильно сказано, это терраса, балкон, мне кажется, с чем-то огражденным. Ну, красота. То есть здесь можно пить чаек, кофеек утром. Хотя не думаю, что у нас будет время, мы будем, думаю, в саванне. Ух ты, вообще.
Все, ребята поблагодарили, поменяли мы им евро, дали чаевые, Наташа все копеечки отдала, правильно. Зато у нас евро. Да. Зато у нас один евро есть, на который можно купить в аэропорту кофе. Слушай, ну вообще необычное место какое-то магическое. Евро заработали. Короче. Ты еще поменяла по выгодному курсу. Я поняла, что им у них проблема здесь, ребята. Если вы хотите отблагодарить их, давайте им их. Давайте шиллинги, да. Ведь они были согласны, ну как, понятно, что 100, а курс 150, ну наверное, потому что доллар 123. А ну, ты ему еще мелочи насыпал, ну, нормально, ну, да? Не, я не потому, что там, да, что-то, ну, нормально. То есть лучше их денежку, о, потолок, да, чем покажу это. Сейчас. Для них это проблема. Ох, ты класс. Слушай, ну вообще такое необычное. Ой, я дверь оставила открытым. Сама же сказала, не оставляйте дверь открытым. Молодец какая. Тут еще Наташа рюкзак стоит, обезьянка может взять все, перерыть, сказать, Наташа, спасибо, Оля, спасибо. Там тяжелый. Ох. Слушай, класс. Вообще, как-то в каком-то космосе. Ну вот, друзья мои, это называется кемп на сафари. Ну, многие кемпы похожи. Нам предлагали чуть дешевле, но мы не взяли. Потому что отзывы были не очень так. А по этот кемп были хорошие отзывы. Слушайте, ну вот мы вот в такой сказке уже. Мы в настоящей саванне. Я сижу, как это. Прибитая. Слов нет, пишите комментарии, ставьте лайки. Спасибо, что были с нами. Ну и оставайтесь на канале, будет очень много всего интересного. Всем пока. Пока.